Цель слева по курсу 12. Цель слева. 12 метров. Не понял, повторите. Цель слева по курсу 12 градусов идет на нас. Дистанция 1000. Цель на 12 градусов левее курса идет на нас. Дистанция 1000. Может тебя сменить? Никак нет. Не тот момент, чтобы болеть. Так точно. Капустик докладывает. Контакт справа по курсу 6 градусов. Дистанция 800 метров. Она резко влево пошла. Так, право руля. Есть, есть, право руля. Так, она ушла резко влево. Не теряем. Есть. Цель не отслеживается. Не слышно шума винтов. Капустик докладывает. Цель не отслеживается по шуму винтов. Познавай его, и он направит стези твои. Цель потеряна. Акустик докладывает, цель потеряна. Цель обнаружена. Пеллинг 24. Удаление 800 метров. Обыграла, командир. Цель справа по курсу 12 градусов. Цель справа по курсу 12 градусов. Дистанция 700 идет на нас. Право руля. Есть право руля. Цель на 13. Цель на 13 градусов правее курса. Дистанция 550. Мистер Лопес, взрыватели на среднюю глубину. Есть на среднюю. Цель справа, курсовой 8. Акустик докладывает. Цель справа, курсовой 8. Дистанция 450. Цель справа, курсовой 11. Дистанция 400. Идет самым малым ходом. Цель прямо по курсу. Дистанция 300 метров. Цель зашла в слепую зону гидролокатора. Цель зашла в слепую зону гидролокатора. Слышу сильный шум винтов. Акустик услышал сильный шум винтов. У цели резко увеличились обороты. Увеличились обороты. Хочет пройти под нами! Давайте, мистер Лопес. Глубина подрыва трения. Бомбы замерзли. Право на борт. Есть право на борт. Вижу масляного пятна. Ушла сволочуга. Ой, виноват. Мистер Уотсон, берите обратный курс и прямиком на наш караван. Есть. Акустик, после разворота снова работать гидролокатором. Акустик, после разворота снова на связи Грейхаунд. Провели глубинное бомбометание, но, похоже, без результатов. Перед потерей цель двигалась курсом 295 прямо на конвой. Будьте внимательны. Она может выйти на дальность торпедной атаки менее чем... Потопили. Да!